рамках проекта «Городская среда» первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с активистами Одинцовского отделения «Единой России» проверила ход обустройства детской игровой площадки в Звенигородском микрорайоне Супонево. Детская площадка, расположенная во дворе домов 4, 5 и 6, заасфальтирована. Сейчас здесь монтируют игровые элементы, затем произведут заливку красочного резинового покрытия. Все работы планируется завершить до середины текущего месяца.